свободное кресло занял. Всем привет. Я Константин. 25 лет работаю в сфере авторемонта. Мне сейчас 49 лет. В школу коучинга Павла Колесова попал и случайно, и не случайно. Появилась такая возможность. То есть я как бы ничего не знал о Павле, но в один прекрасный момент в интернете наткнулся на его сайт, узнал про игру «Пять шагов», с которой для меня все и началось. А психологией, правда, я интересовался и до этого, но как-то не складывалось с коучами, с теми, кому я попадал. Не буду называть фамилию, но последний такой тренер, проходя его тренинги, случайно или не случайно, я схватил заболевание в глаз, которое мне, кстати, до сих пор вылечить еще до конца не могут. Но сейчас все гораздо лучше. Прошел первый модуль в школе коучинга. За время прохождения первого модуля жизнь наладилась. Ну, начинает налаживаться, по крайней мере. Я уже не нахожусь в том глубоком... Ну, вы поняли, о чем я. Начинаю из этой ямы вылезать наружу. Проходить школу коучинга мне нравится. Вначале, конечно, был такой ужас, стопор. Потом одна коуч-сессия, проведенная как коуч, другая, третья. Сейчас меня это захватило. Сейчас я подсел на проведение коуч-сессий. Тем более, что, в принципе, люди, с которыми проводишь коуч-сессии, мои одногруппники, одночатники по школе коучинга, они становятся друзьями. Это люди, которым в дальнейшем уже так, как к старым знакомым, можно обратиться там с какими-то вопросами, еще с чем-то, просто поболтать, решить по школе коучинга что-то или там вне школы коучинга. Это и не важно. Что со мной произошло за вот это время, пока я проходил школу коучинга? Изменения в некоторых сферах жизни такие видимые. Но главное изменение, я как-то веселее стал относиться к жизни. Я сейчас чаще и чаще приглашаю своего внутреннего ребенка пойти и поиграть в эту жизнь. И когда мы играем, все выходит гораздо проще. Все получается, все складывается. В школе коучинга много всяких техник, медитаций, много наработанного опыта, которым есть возможность воспользоваться прямо вот здесь и сейчас. И я им пользуюсь, мне это все нравится. Я, скажем так, в восторге. В восторге от круга общения, который расширился на, ну, вот как минимум на моих одногруппников, одночатников, одноклассников по школе коучинга. Вот. Значит, теперь о том, что произошло конкретно измеримой линейкой в моей жизни. Ну, больше всего мне понравилось, что выравниваются отношения в семье, приходит вот какая-то гармония, и нормализуется здоровье. Конечно, что я сейчас вот прям полностью здоров сказать не могу, но по сравнению с той ямой, в которой находился, я уже начинаю выбираться. При том, что самое интересное, в принципе, есть вот такой момент, что я прошу что-то от жизни и получаю это. Вот сейчас я получил, как бы попросил врачей, которые смогут меня вылечить.
И я сейчас вот попадаю к специалистам, которые вот действительно лечат эти болезни. Но помимо физической составляющей, мало ее пролечить, нужно менять программу в голове. Болезнь ведь возникла вследствие чего-то, от чего-то она защищала, для чего-то была нужна. Вот составляющую в голове меняю при помощи коучей и ассистентов школы коучинга. Такие коуч-сессии входят в оплаченный модуль. И при помощи таких же учеников, как я сам, которые уже тоже имеют опыт, кто-то больше прошел материала, кто-то меньше. Среди них также встречаются профессиональные психологи, что очень сильно помогает в этом. Так, что еще сказать? О чем я хотел? Я не стал писать себе какой-то план. Просто хочу рассказать то, что есть. Рассказать о своих ощущениях. Ощущения положительные. Результаты тоже положительные. Материала много. Полезного очень много. Подается материал доступно. То есть чувствуется глубокая работа человека, создавшего эту школу. Хочу порекомендовать всем, кто нуждается в изменениях в этой жизни, у кого вот кто дошел до края, приходите, учитесь, меняйтесь сами, меняйте мир вокруг себя, и у вас все будет хорошо. Под камерой хочу сказать, у меня цель. Во-первых, мне нравится проводить коуч-сессии и как коуч, и как клиент. Это энергия, это чувство глубокого удовлетворения от хорошо проделанной работы. Раз я ее хорошо проделал, значит, у меня есть инструменты, чтобы ее хорошо проделать. Это возможность помогать людям. А если помогать людям, мир откликнется на это. Он и так откликается на запросы. Просто нужно правильно их посылать, что ли. Так что всем, кто сомневается, рекомендую. Что я еще хотел сказать? Да вот вроде и все. Я, в общем-то, рад, и что попал в эту школу коучинга. Счастлив от того, что у меня есть возможность ее пройти. Тариф подбирайте себе сами, кому какой удобно. И добро пожаловать!